Крыму еще один украинский военный пришел побрататься с российскими пограничниками. Произошло это на посту на Перекопском перешейке накануне вечером. Боец был пьяный, поэтому первым делом его отвели к медикам на освидетельствование. А когда военный пришел в себя, рассказал, что после обеда они с товарищами крепко выпили, и он решил повторить поступок украинских десантников, которые 5 сентября ушли с поста пообщаться с российскими морпехами. Отец, мам, я иду к братьям своим. Я шел не то, что там, что меня сейчас побьют, у меня такого не было. И, в общем, я знал, что я иду к своим ребятам. Напомню, на этой неделе трое украинских десантников, которые задержали на дамбе через озеро Сиваш, несли с собой сало, арбуз и бутылку спиртного, говорят, хотели угостить российских военных. Всех троих уже оштрафовали и теперь должны передать Киеву, но когда именно, пока неизвестно. У военных не было при себе документов, поэтому нужно содействие погранслужбы Украины. Российская сторона также хочет удостовериться, что жизни и здоровью задержанных в их стране ничто не угрожает.